43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 5939 заболевших магаданцев. Обследовали на наличие инфекции 107908 колымчан. Переболели COVID-19 5321 человек. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Кроме того, эксперты призывают носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Всегда необходимо надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.